Здорово, всем, всем привет, с вами снова Римас, мы продолжаем прохождение Mountain Blade Bannerlord, вторая часть. Это у нас третья серия, ну, не считая сегодняшнего стрима, я, короче, серия, стрим и все такое. Поэтому надеваем шлемы, всем приятного просмотра. Сегодня мы позарабатываем деньги на турнирах, я чуть-чуть, ну, улучшил свои скиллы. Кстати, чтобы было все по чесноку, все нормально, смотрите, весь дамаг, компания, анау-манау, туда-сюда, короче, как обычно, все реалистично. Будем делать арены. Да, проходить турниры. Как раз здесь турнир есть. Погнали. Турнирчик. Сейчас посмотрим, какие у нас шлем, ребята. Шлем. Ладно, делай ставки на себя. Прекрасно. Погнали. Мне дают лук. Ребята, только не умирайте, пожалуйста. Команда моя должна выжить. Я что-то не попадаю. Отлично, попал. Хорошечно. Ниже. Может, от первого лица лучше? Да, от первого лица лучше будет. По мне стреляет сучонок. Не умрите, пожалуйста, а. Товарищи мои. Так, отлично, еще. Сегодня у нас день турниров. О, да мы все выжили. А нам никто... У нас вообще нет потерь, ребята. Так, скип. Ставку. Блин, здесь толпа большая. Гребаный меч. Почему мне меч не дали? Там, кстати, наша команда есть. Ах, не попадаю. Прекрасно. Смотрите, ребят, какой я шлем получил. Хорошечный. Это я вне серии чуть-чуть поучаствовал в разных турнирах и все такое. Так, один на один у нас. Топор. Нам дали топор. Сдохни, сучарок. Боже. Он вообще непробиваемый. Наконец-то мы его еле-еле чпокнули. Но у него броня хорошечная. Хорошечная броня была. Так, ну что, последний тур. Последний раунд. Делаем ставку на себя. Botanian Hero. Hero. Ботанийский герой, короче. Против нас. Блокировать надо вовремя. Отлично, превосходно. Мы выиграли этот раунд. Выиграли. Мы получаем шлем. Очень классный, да, вот он я. Получил шлем. Получил известность плюс 3. И получил 1769. Хорошее начало. Фух, это было жестко. Ну, нормально. Кстати, вот этот шлем. Он, ух ты, он 46. Armor tier 6, правда. Ну, этот шлем получше будет. Ну и вот так вот, да, как бы этот. А этот шлем мы отдадим кому-нибудь из наших пацанов. Наверное, так и сделаем. Только надо посмотреть, где наши пацаны находятся. Мы, нас же опять заставили в прошлой серии картошку чистить. А в последний раз он был сегодня в Верчек. А это было в Болград. Болград. Верчек и Болград. Ну, Болград будет ближе. Давайте начнем с нее. У нас есть два товарища. Ух ты! Мы, ребята, опять нашли, походу, логово пацанов. Ладно. Погнали. Какая карта все-таки красивая и большая, да, ребят? Очень красиво нарисована. Мне прям сильно. Сильно по душе данная карта. Ну, погнали. Ну что ж, мы пришли, посмотрим. Ой, нам не в арену надо. Нам надо в таверну. Ты где? Васинья ее зовут, да? А, вот, вот она. А, мои места. Это вообще другая. Это левая, подожди. Они что-то все друг на друга похожи, да? Все, пока. Пока. Она, походу, наверху, вот эта вот. Где она? Васинья. Вот она же. Капитан, да, с возвращением. Добро пожаловать, я буду рад тебя вернуть. Нас тогда взяли в плен. И, короче, мы раз игры. Есть такие персонажи, как, например, ну, которые вот ты спрашиваешь, там, не видел. Это посредники или как называются они? Не помню, как они называются. Короче, так, этого надо найти. Варчик, последний раз его видели. Делаем метку. Да,
Я надеюсь, понятно все. Далее, посмотрите, я делаю, нажимаю клан. Если потерял кого-то из моих товарищей, ну, компаньонов, выбираю его. И последний раз он, ну, как бы видели его здесь. Вот. И все, я нажимаю на эту ссылку, ставлю трек, и все. И по треку прихожу туда, в вечерек. Ну, варчик, вернее. Вечерек. Вечерек потом переименовали, да? Ладно, два раза быстренько нажимаем. Идем за нашим товарищем. Кстати, лутеры, походу, за нами хотели идти, ну, не получилось. 15 лутеров, ребят, нас атаковали, по ходу дела. Ладно, давай, изи-бризи сделаем. А так, ой, я шлем забыл отдать. Ух, какая красота, да? Move! Давайте вперед чуть продвинемся. Хотя нет, можете назад продвинуться, Move! У нас, в принципе, есть лук. Мы сейчас из лука постреляем в них. Хорош. Минус один. Ай-яй-яй-яй-яй, боевой лошади нет. Кстати, здесь, насколько я знаю, если у тебя будет боевая лошадь, ты можешь прям втыкаться к клинам, к чувакам и давать хороший урон. Но мы их чуть-чуть растянули. Они сейчас получат людей от наших пацанов. Надеюсь. Дай. Дай Машу душу, Наталь. Хорошо. Я очень рад, что они меня сами атаковали. Атакуйте. У нас 15 стрел осталось. Ну, сделаем минус мы сегодня, нет? Конный лучник — это самое лучшее решение, ребята. Самое обалденное решение. Ты можешь нанести максимальный урон. Можно, в принципе, еще луков, я имею в виду, стрел взять. Блин, не попадаем. Да что ты будешь? В толпу лучше попадаю. Смотрите, они расшатали этих чуваков, пока я тут разбирался с этими пацанами. F6. Если нажимаешь F6, то ты отдаешь команду искусственному интеллекту. То есть, ну, он сам уже решает, кого атаковать и все такое. Надо, конечно, давать возможность, чтобы наши воины тоже участвовали в войнах, чтобы быстрее прокачивались. Ну, я сейчас делаю акцент на свою прокачку. Я читал комментарии, да, ребята писали, что Римас, ты неправильно делаешь. Прокачка должна быть и у твоих релимов получили. Ой-ой-ой-ой-ой, Стурген Варьор, очень хорошо. Вот этих вот забираем. Да вообще всех забираем. Да-да-да. И рабов тоже забираем. Превосходно, 24 теперь у нас. Обалдеть. Вы посмотрите, сколько тут шмота. Шмотя очень много. И даже лошадь мы получили. Переносимый вес 1110. Это то, что у нас много ослов и лошадей. Ну, один осел и несколько лошадей. А скорость передвижения, давайте посмотрим. 3-4, ну это по лесу мы идем. Опа, 29. Поучаствуем? Че, расшатаем их? Бомжи, 29, бомжи. На нас 24, да? Ладно, пацаны, вставайте сюда. Forward! А я пойду их шатать. Пока что из лука. Мы все до компаньона, до своего дойти не можем. Блин, зима здесь, конечно, классная. Ну что, пацаны? Хорош. Они с вилами. Да я думаю, наши ребята их расшатают. Ух ты. Вот это было жестко. Чардж. Прекрасно. Берите конных лучников и играйте на реалистичном режиме, ребята. Это очень интересно. Каждая победа как будто какое-то большое достижение. Когда играешь в легком, ну неинтересно. Минус. Минус. Хорош. Мы с вами так и лук хорошечно прокачаем на этих бомжей. Так у нас потерь вроде не было, да? Минус. От первого лица тоже интересно играть. Минус, отлично. Вот она, наша красавица. Пошла. Кстати, компаньонов можно интересно переименовывать? Так эти уже сваливают.
Смотрите, чуваки свалили и обратно. Начали воевать. Не достал. Да что ты будешь делать? Да что ты? Римас не умеете играть. Где же комментарии? А, ребята, лайк за это. Или дизлайк. Дизлайк лучше, или лайк. Ах ты, это прекрасно. Что там, добьем, да? Вперед. Эх, когда у нас будет свое королевство, ох, тогда будет хорошечно прям. Че, ребята, походу вы что, вот так вот, да, проиграете. Так, 17 плюс 3, 74, кстати, у нас тут прекрасно, Watchman. Ну-ка посмотрим, туда-сюда, нет, мы кого улучшили? Рекрут, нет, вот это вот сюда. Кстати, у нас два стургена, солдата, вот они хорошие, ребята, очень хорошие, просто прекрасно, они с большими щитами. И со всеми этими шнягами. Так, у нас мясо, оливки. Превосходно. Я вас очень сильно предупреждаю в плане русификаторов, ребята. Когда вы покупаете, когда вы качаете русификатор, прям сильно смотрите, так нас перехватывают здесь. То есть осторожнее, чтобы не нарваться на какой-нибудь вирус. Сколько их тут? Посмотрим. 14. 24 против 17. Давай, ладно. Поиграем. Кошки и мышки. Ну-ка, давай вперед. Вперед. А давайте сейчас сделаем так. Так, мини-карта у нас. Как вообще мышку сделать? Move! Move! Давайте Move! Сюда. Давайте предоставим возможность нашим бойцам. Ну, походу, здесь будет сложно. Attack! Вперед. Минус. Пусть наши ребята тоже качаются. У нас, правда, потери есть. Но ничего, мы должны победить. Да, мы побеждаем, но есть потери. Есть потери, ребята. Прекрасно. Победа. Ладно, не будем добивать. 57 секунд, ребята, у нас. Вот это... Ох, нифига себе! Вы посмотрите. Здесь довольно прокачанные пацаны пришли. Вот это я понимаю. То есть у них в плену были, да, чуваки? Скорее всего, так и есть. Прокачанные пацаны. Турген. Ветеран. Охереть. Это просто обалдеть. Это очень хорошо. Мы ветеранов нашли. Сколько лута с нами еще? Быстрое сохранение у нас не работает, да? Я иногда периодически сохраняю игру, потому что автосохранение... Ну, вот так вот, такой лут я как бы лучше сохраню заранее. Ладно, погнали дальше. Погнали, да, за своими... О, подожди. Когда в плен забирают наших компаньонов, интересно, скаут... Нет, смотрите, у них остается все. То есть это красавица Васиния, ее зовут. Она занимается... как его? Ну, она врач, хирург, военный хирург. Вот. Вот. И, соответственно, ей надо качать те самые скиллы. Именно военная хирургия. Но я поставил автоматическая прокачка скиллов этих ребят. Кстати, ей можно было бы дать шлем. Вот такой шлем. Нормальный, хорошечный. Так, перчатки дадим тоже. Пусть чуть-чуть этот. И эти ботинки будут намного лучше. И подожди, у меня тоже ботинки нужны. А, нет, армор вообще 17. 24. Вот такие вот ботинки дадим ей. Ну, такое себе, да? Лучше оставим. Как в прошлом, так. Плащей нет, да? Плащей нет. Ладно. И щит бы я бы хотел дать. Но, к сожалению, его нет. Да, щита нет. Ладно, в город, пожалуйста, мне доставьте. Доставьте меня в город. Так. Арена. О, здесь у нас турнир есть. Хорошо. Сейчас, для начала я заберу своего товарища. Так, продадим рабов, пленников. И товарища найдем. А вот он. Привет! С возвращением. Хорошечно, прекрасно. Так, насчет твоей позиции. Мне нужно идти. Все. С возвращением, дружище. Я тебя так рад видеть. Просто красавчик. Ты что так на меня смотришь? Что ты так на меня смотришь? Турнир. Это у нас третий турнир или второй? Я уже не помню. Так, делаем ставку. Ну что ж, надеюсь, победим.
Ах ты, зараза. Минус. Главное, чтобы наша команда победила, ребята. Хорош, прекрасно. Двоих забрали, да? Двоих забрали. Главное, чтобы наша команда победила. Такой маленький лилипут против меня. И такой удаленький. И он бессмертный почти. Так. Аккуратно. Аккуратно. Лошадей нет, да? Лошадей нет. Слушай, а может все-таки лук взять? Кстати, пока разбираюсь между собой, я пойду лук поищу. Где-то здесь лук был. Ай, ай, ай. Но искусственный интеллект не тупит. Как это было в прошлых версиях, когда они утыкали, вспомните, да, к этому. Второй топор. Я не вижу лук. Сняли одного. Так, хорошо. Опасно, ребят. Хорошечно. Прекрасно. Зажарили его прям, смотрите. Превосходно. Так. Скип. Ставим ставку. Мы до конца поставили, да, надеюсь. Кажется, сам за себя. Какая яростная баба. Отлично. Отлично. Прекрасно. Троих забрали. Двоих забрали, вернее. Скип. Смотрите, опять, кстати, шлем. Ну, шлема будем раздавать своим пацанам. Один на один. Да, один на один. Мне нравятся турниры. Как он смог пробить меня? Ох, как затормозился. Слушай, мне кажется, надо чуть-чуть в управлении поменять, потому что у меня одни и те же удары происходят, а я хочу режущие удары делать. Скорее всего. Ну, как-то так, да. Блин, плохо то, что мне дали копье. Нифига себе. Это было жестко. Победа. Это победа. Мы получили 1813, получили 3 к известности к популяции и получили, конечно же, обещанный. Ш. Продолжаем. Кстати, шлем сколько стоит, если вот так вот на рынке его продать? О, у нас же всякого хлама еще много. Продаем, 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 продаем. Вы это видели, ребят? Шлем стоит 4971. Мне нравится в этой игре экономика. А то раньше ты продавал все по дешевке. Прям жестко, как по дешевке. Так, вот это продаем и это отдаем. Ну, как-то так. Фур. Мех, да?
Это мех, да, фур? Так, оливки. Оливки продавать не будем. Ну, вот если мы шлем продадим, у нас будет 11 тысяч. Я думаю, отдадим этот шлем компаньону. Хотя у него есть хорошечный шлем. Ну, такой так себе шлем. 19.46. Ну, вот так вот, да? Смотрите, какой хорошечный. Прям шлем викингов. Ну, прекрасный шлем, да? Так, а уздечки есть каким-то хорошечный? Нету. А знаете, что я хочу делать? Я хочу верблюда купить. Ну, это, по всей видимости, они продаются на юге, скорее всего. Посмотрим, где еще есть файты. Братан, где тут файты есть? Так, в ревил. И другой файт находится в, ну, турнир. Эпикортия. В ревил. Поехали в ревил. Тоже. Они здесь поблизости. Ревил. Так, таверна, мы заходили, продавали рабов, все прекрасно. В ревил. Так, здесь варчик убираем. О, ревил, прямо рядом, да, вот он, соседний город. Погнали. Очередной турнир. Ух ты, походу нам двуручный меч дадут сегодня, ребят. Довольно жирненький, хорошечный прям. Лучников добиваем. Ага, добили. Минус один. Смотрим, следим за этим делом. Отлично. Хорош. Прекрасно. Идем дальше. Скип. Ставку. Поехали. Хорош. Молодец. По мне еще попал. Изи-бризи. Изи-бризи. Телочка, молодец, хорошо стреляла. Так, ставим ставку на себя. Спокойно. Бомжары. Блин, хотел сесть. Отстань от меня. Спокойно. Кстати, нет ударов, да, еще пока на перевес. Рыцарский удар. Ну, скорее всего, из-за того, что это ранее средневековье. Ну, тоже мне нравится эта эпоха. Спокойно. Иди сюда, на. Фужбан получил. На нахер. Все нормально. Делаем ставку также. Все, последний тур, ребят. Последний тур. О, как она получила. Она без шлема. Я же попал по тебе. А, два урона, что ли? Отлично. Прекрасно. Меч наш. На, посмотри, что за меч такой. Может быть, с ним ходить, с этим двуручным мечом? Хотя нет, лучше со щитом. The Scalpel называется меч. Мы получили 1620 и плюс к репутации плюс 3. Ну, к известности. Хорошечно. Ребята, ну, реально, прекрасно. Я уже научился даже махать всякими шнягами. Так, геймплей. Блок. Маус мувмент. Кстати, здесь можно автомат поставить, да? Или нет? Так, атака. Лучше давайте по... Что у нас тут еще? Inverse mouse movement, так, by movement. By keys. Давайте попробуем by keys. Я хочу просто вспомнить. Сейчас посмотрим, как она будет. Ага. Ну, в принципе, нормально. Это не турнир, это просто тренировка.
Охереть. В принципе, лучше по мышке, да, наверное? Хотя, надо проверить. Да, в принципе, нормально. Скоро, ребята, будем замки захватывать. Шмамки, замки. Ваш банк получил. Хорош, если мы четырех забрали. Чупок, ты или четверых? Я весь в крови, там сзади, да, идет чувак. Хорош. Это жесткий чувак. Не, все-таки мышки надо делать. Потому что я же тоже передвигаюсь, перемещаюсь. Маус мувмент лучше сделать. Да. Ах! Топором жбан получил. Пойдет. Нормально. Нет, все, я больше не буду. Спасибо большое. Ну и мы очень мало выполняем. Возможно, в следующих сериях буду разбираться, как миссии делать. Я имею в виду, как нормальные миссии находить. Как их генерировать. Они генерируются не сами по себе, а смотря что происходит. Если очень много бандитов, будет миссии на бандитов. Если мало продовольствия, будет миссии на доставке продовольствия. Ну и все такое. То есть здесь как бы все генерится автоматически. И все это дело будем пытаться делать в следующей серии, возможно. Вот, надеюсь, русификатор появится нормальный, а не такой ненормальный и все такое. Давайте догоним этих чуваков. Ну, их догоним вообще сегодня, нет? Вообще должны догнать, да. Давай, бро. Так, догнали. Прям на берегу, кстати, будет на берегу или нет? А, я меч забыл уже. Посмотри, что за меч нам дали. Forward! Давай, вперед, пошел. Arrow! Infantry! Bowman! Footman! Attack! Archers! Soldiers! Archers! Infantry! Face enemy! Charge! Stay close! Давай рядом со мной. Все, пошли. Дай. Дай душу, Маталь. Дай. Музыка классная. Минус. Все, победили. Каких мы потеряли, интересно? Так, шестерых мы потеряли. Ну, в принципе, ладно. Ничего страшного. Ну, рейдеры хорошие. Должен быть у них хороший лут. Я вам скажу. А, метательные топоры, кстати, говорят, имбовая штука. Но так, в принципе, так себе лут, конечно. Вот плащ я увидел. Да? Плащ хорошечный. Так, ну, давайте... Ривел уберем. Это уберем. Посмотрим, что здесь в этих деревнях. Что они здесь вообще производят? Флакс. Хорошо. Я бы, конечно, хотел миссии взять на зачистку вот этой шняги. Давайте продадим все. Чупуль. И примкнут к какому-нибудь королевству. Вот что я хочу. Кстати, скальпель... Не, подожди. Мне кажется, оружие здесь не надо продавать. Мне кажется, лучше их в городах продать. Потому что скальпель... Здесь он всего лишь 132. Скорее всего, так. Еды у нас на 40 дней. А если мы в самом городе посмотрим, как оно будет выглядеть. Ох, ребята, я жду моды. Ну, конечно, так, жду, конечно. Мы еще не наиграли в ванильную версию. Но все-таки
Я хочу «Игры престолов», все такое. Здесь скальпель чуть дороже. 213. Тир 3. То есть мое оружие намного лучше даже. Давай, ладно, продадим, хрен с ним. Метательные топоры тоже продадим. Нам нужно найти хорошечные щиты. Да, вот это тоже продадим. 872. 7836. Бабла мы получили, ребятюли. Просто невероятный, невероятный. В общем, как-то так продаем этих чуваков. Дорогие друзья, это была третья серия. Помимо стрима, конечно же. Ну, потом следующий будет стрим, либо еще раз серия. Посмотрим. А игры под названием Mountain Blade Bannerlord. У микрофона был, как обычно, ваш всем известный и любимый Римас. Играйте в хорошие игры. Всем удачи. Увидимся скоро. По воле Бога.